Всем привет, с вами Викантос и мой новый видос. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. И сегодня со мной снимается... Кристиночка. Да, это моя двоюродная сестра, кто не знал. И, наверное, вы могли понять по этим листочкам, которые на стене, что мы будем что-то рисовать. Да, мы будем что-то рисовать. Сейчас я вам покажу, что мы именно будем рисовать. Это самое простое, что я нашла на YouTube. Мы посмотрели видеоурок. Так что поехали. Вот, вот у нас такие краски. Мы решили, там сказали, разделить на 4 части, ну, мысленно. Здесь красное, здесь оранжевое, потом желтое, потом синее. Так, главное, слишком много воды не добавлять, иначе будет месиво. И главное, чтобы ничего не потекло. У меня был видео, у меня был ролик на канале, где у меня все пошло не по плану. Так, делим на 4 части. Главное, стену не испачкать, потому что она не смоется. А, да? Ну, тогда уже поздно. Мы снимаем все, что не у меня в квартире, то что... Ну, бабушка смотрит твои видео, поэтому она не в случае попадет мне. Ну, не переживай. Так, я стену теперь тоже. Я тоже. Уже 3 раза. Ладно. Так. Ну, кто смотрит в доме на стену, правильно? Никто. С красными. Произошло убийство комаров. А, кстати, да. Недавно я записывала сторис в Инстаграме, где... Мы просто не могли спать, в 3 часа ночи я снимала, и просто из-за комаров. Мы там штук 7. Была очень-очень жесткая война. Либо мы их, либо они нас. Да, но в итоге мы их победили. Да. И потом поспали. 2 часа спокойно. А потом пришла бабушка, и спокойствие закончилось. Сейчас напоминаю, что бабушка смотрит видео. Вот будет весело. Я уеду, нет, хорошо. А, спасибо. Поддержка. Ну ладно, допустим, все норм. Допустим. Допустим. Представим, что все норм. На реальность смотреть не надо. Просто представим, научимся фантазировать. Все норм. Да. Нет. Ну ладно. Ну помнишь, как я в том ролике говорила, что да, у меня фигня. Теперь эта картина висит на стене, и это моя гордость. Блин, стена, прощай. В добрый путь. Ничего, все нормально. Главное не смотреть. У меня все нормально плохо. У меня то же самое. Так у меня все отлично плохо. Прям зашибись как плохо. Так, слегка размываем границы. Да. Говорили, это важно. Мало что там говорили. Стена уже сказала спасибо. Спасибо. Бабушка тоже сказала спасибо. Она думает, что мы решили не обедать. И что ты... Я боюсь тебя. А ты это двинули кресло. Нет, она знает, что мы собирались рисовать. Она сказала не испортить стену. Я точно помню, что она это сказала. Но! Ну я не помню. Видно, не судьба, видно, не судьба. Видно, нет стены, видно, нет стены. Видно, надо мной, видно, надо мной. Посмеялись мы. Я не знаю, чему меня учили в школе на уроках ИЗО. Я тоже не помню. Но если что, то извините. Зато я вот училась хорошо на уроках труда, и теперь я знаю, как клеить обои. Что это такое темное у меня? Вот.
Потому что я нанесла уже, наверное, слоев 6 на одно и то же. А потом мне придется это растушевать. Ой, какие слова мы! Короче, переплавно перетекает в макияж, я так понимаю. Ну, слушай, да, вот макияж, по сути, то же самое. Главное растушевать. Хрень, вот она уберется немножко. Я смотрю, мы не только художники, еще и визажисты. Растушевать и хрень уберется. Потрясающе. Кто хочет, чтобы мы были, работали художниками в салоне красоты? Ой. Ну, короче, поняли. Все под контролем. У нас все под контролем. Блин, ну я сейчас не помню уже, как выглядит так. Мы рисуем свою, все нормально. Мы, если что, рисуем одну и ту же. Мика могла бы это не говорить, я думаю, это сейчас было ни к чему. Потому что не очень. Все, погодите, я приду на секунду. Мы рисуем 16 минут, зарядки еще 2 деления. Ладно, окей. Окей. Мы... Да. Окей. Окей. Все, подожди, пока высохнет. Поздно я это сказала. Да. Я так, просто, понимаете, так, у меня был уже такой опыт. Кристина, лучше не трогай, просто не трогай. И подожди немножко, пока высохнет. У меня нет желтых, так смотрю. Лучше не смотреть. Спасибо. Не, у меня вот... Я говорю, всегда поддерживаю себя. Ладно. Все, стена. 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 Все, у меня... Язык прошу прощения. Понимаете? То есть, если у меня плохо, у нее все хорошо, потому что ей же выгодно, что у меня все плохо. Поэтому, когда у меня все плохо, ей хорошо. Даже не отрицаю. Будет очень много. Хейтеры не нужны. Уходите. Вас тут не звали. Так, ребят, уже прошло много времени. Вот, еще раз покажу ее. Вот. Ну, то есть нам надо нарисовать здесь белые блики, солнышко белое, пальма. Давай начнем с пальмы. Нам нужен черный цвет. Да. Давай. Я немножечко модернизирую эту картину. Ну, понимаю, что это плохая Чего идея. Чего ты хочешь?
будем делать какие-то штрихи. Мне осталось нарисовать солнце. Ребят, мы закончили свои картины. Посмотрите, что вот получилось у меня и что получилось у Кристинки. Вот. Так что на этом мы заканчиваем наш ролик. Так что всем пока. С вами была Фекунтос и Кристинчик. Всем пока-пока.